Условия оформления заборов частным домовладением станут проще. Администрация городского округа Люберцы выпустила обновленный порядок установки ограждений. Каких изменений ждать люберчанам, расскажет Александр Томей. Вскоре вступит в силу новый порядок установки ограждений на территории городского округа Люберцы. Документ приняли, чтобы облегчить процедуру оформления заборов для частных домовладений. Для частного сектора должны быть более лояльные пакет документов, потому что частному сектору обычным людям, жителям обычным это очень тяжело. Мы просто внесли фразу, что для частного сектора это схематично. То есть это берется карандаш, листок и рисуется. Еще одна причина для принятия изменений – создание единого для всех муниципалитетов документа, который будет действовать на территории всего округа. То есть они были каждым своим постановлением. А теперь мы приняли единое на территорию городского округа Люберцы. Основные требования к ограждениям остаются неизменными. Забор не должен быть глухим и выше 2 метров в высоту. Отмечу, что ограждения, установленные до вступления постановления в силу, не нуждаются в переоформлении. Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.